Я плохая актриса, ты плохой адвокат. Мы должны за жилье, скоро нас выселят. А вот и хорошие новости. Я инспектор полиции. У вас была встреча с мсье Монферраном. Да. Мсье Монферран мертв. Неужели его убили? Признаюсь, что его неожиданная смерть – одно из лучших событий в моей жизни. Он на меня набросился. Позвольте, мадемуазель. Он был старой свиньей. И за такое дают 5 лет? Не обязательно. Это самооборона. Тогда это я. Вы признались. Я счастливейший из мужчин. Я тоже. Ну, из женщин. В последние годы женщины режут нас без какого-либо зазрения совести. Но неужели невозможно трудиться женщине и жить нормально, в свободе и равенстве? Браво, Агля! Моя жизнь теперь стала совсем другой. Вот это да! Все из-за убийства. Для мадмуазель Вердье. Опять? А я вот 40 лет мужа терпела. Если бы я знала. Мое преступление всем вскружило голову. Привет, мои куколки. Вы посмотрите на этот дворец. А этот халат? Трогать только не надо. Блага должны быть у тех, кто заработал. Когда убийца не сознается, это плохо. Но когда сознается невиновный, это отвратительно. Боюсь, я совсем запутался, где добро, где зло. Мое преступление. В кино с 22 июня.